В РФ школьницы в балетках маршировали по сугробам. Строевую подготовку школьниц оценивали военные в теплых бушлатах. Организатор конкурса заявила, что больше детям маршировать было негде. В Екатеринбурге школьницы в балетках и коротких юбках маршировали по сугробам на конкурсе «Смотр строя и песни», сообщает в среду, 25 апреля, Знеткам. Отмечается, что появившееся в одной из соцсетей фото одетых не по погоде девочек возмутило пользователей. Особенный цинизм ситуации, по мнению пользователей, добавляет тот факт, что со стороны за маршировкой наблюдают мужчины в зимней военной форме, которые, видимо, оценивали строевую подготовку. Представитель проекта «Сыны и дочери Отечества», в рамках которого проходил конкурс, Ольга Рагулина объяснила, что в оргкомитете не ожидали, что в этот день в Екатеринбурге пойдет снег, а другой площадки для маршировки у организации не нашлось. В помещении площадка под маршировку не предусмотрена. Там полы находятся в аварийном состоянии, в некоторых местах проваливаются, и дети могли получить травмы. На площадь вышли команды, которые приняли осознанное решение выступать вот так вот, и их руководители дали на это согласие, заявила Рагулина. А в Донецке школьников учат выкладывать портрет Захарченко на трибуне стадиона. Мероприятие происходит в рамках подготовки к Дню Республики 11 мая. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и HTTPS/Team/Корреспондент.нет. По материалам сайта Newsgra.com.